В минувшую ночь поселок Зайцево в очередной раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Повреждено как минимум 8 частных жилых домов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в оперативном командовании ДНР. Сегодня на территории ПАО «Концерн Стирол» состоялся митинг в память погибших горловчан в результате аварии 6 августа 2013 года. 3 года назад на заводе «Стирол» произошел выброс аммиака из-за разгерметизации трубопровода. В результате аварии погибло 6 человек, госпитализировано порядка 30. Бригадир монтажников Виктор Горбунов ценой своей жизни вынес на себе 6 монтажников, которые в настоящее время живы, сам при этом погиб. Директор департамента по управлению персоналом и социальным вопросам Закоблук Кирилл Михайлович, ПАО «Концерн Стирол». Сегодня, 5 августа, у нас дата, траурная дата. В 2013 году у нас погибли 6 человек, наших монтажников. Значит, это как раз в честь, ну будем говорить, в дату 80-летия нашего предприятия. 6 августа при аварии разгерметизации трубопроводного аммиака погибли наши товарищи. Бригадир монтажников Горбунов ценой своей жизни вынес на себе шесть монтажников, которые в настоящее время живы, сам при этом погиб. За это он награжден орденом за мужество. Сегодня, 5 августа, дети Горловки отправились отдыхать в оздоровительный лагерь «Пионер» в Ростовскую область. 27 деток и 3 взрослых отправились в оздоровительный лагерь, расположившийся на берегу реки Дон. Вместе с ребятами будут делать отдых полноценным, творческим и незабываемым студенты Горловского ИНЯЗа. А расскажите о лагере «Пионер». Лагерь «Пионер» обустроенный на 200 мест. Есть все для отдыха. Номера очень удобные, мебель современная, посуда современная, кондиционеры, душ, горячая вода. То есть о таком отдыхе только можно мечтать. И, конечно же, рекатон. А не страшно отпускать? Как? Вы вместе едете, да? Мы уже были там, деткам понравилось. Уже были? Да, еще едем. Лагерь «Пионер» на 21 день, лагерь очень хороший, там очень понравилось. Там уже это уже есть. Там люди такие работают, в основном наши. А ну а что? Пионерские, поэтому все отлично. Детям, вот если, как, индикатор, дети. Детям понравилось, значит все хорошо. А им очень понравилось. Они ждали уже, когда поедут этот раз. Скажи, папа, привет.